14-х айфонах нет этой функции, но это не брак. С помощью этой фишки вы сможете ее вернуть. А дело в том, что в 14-х айфонах, когда вы захотите раздать интернет, то заметите, что у вас нет режима модема. Чтобы ее вернуть, заходим в сотовую связь, далее сотовая сеть передачи данных. И в самом низу, в разделе режима модема, в строке имя пользователя вбиваем интернет. Теперь возвращаемся обратно в настройки и через пару секунд вы увидите, что режим модема появился. И вы можете пользоваться данной функцией в обычном режиме.